Подходит к завершению чемпионат города по хоккею с шайбой. Накануне встретились «Беломорец» и «Звездочка». В сезоне 2015-2016 принимают участие 6 дружин – «Беломорец», «Звездочка», «Строитель», «Витязь», «Оборонэнерго» и «Риф». Несмотря на то, что команда «Беломорец» состоит из ветеранов, дружина победила со счетом 4-3. Впереди еще две решающие игры. Борьбу за медали ведут «Беломорец», «Звездочка» и «Строитель». После чемпионата города на ледовой арене Северодвинска с 30 апреля по 2 мая планируется провести турнир, посвященный Дню Победы. Ожидаются гости из Котласа, Вологды и Костромы.